Дорогие мои, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам всего самого наилучшего. Самое главное – мирного неба, любви, крепкого здоровья и, конечно же, успехов, роста и развития. Счастья семейного вам и вашим семьям. Я благодарна всех, кто в этом году был со мной, поддерживал меня. Прежде всего, я благодарна своему мужу, прекрасному менеджеру. И мне иногда кажется, что он даже лучший менеджер, чем я, психолог. Я безмерно благодарна своей прекрасной дочке за то, что она такая мудрая, красивая, взрослая и, самое главное, любящая. Также я благодарна своему сыну, который, несмотря на то, что живет далеко от нас, растет и развивается, и становится взрослым. Сынок, мы очень любим тебя. Также я хочу поблагодарить моих клиентов, которые поверили и доверились мне в этом году. Всех, у кого начались процессы, и они продолжаются. И поблагодарить всех тех, кто поделился своими результатами от терапии. Также я благодарна всем тем, кто помнит меня как фотографа и обращается ко мне периодически. Спасибо вам. Всего вам самого наилучшего в новом году. И пусть он будет лучше, чем прежний уходящий год. Давайте оставим все то старое, отжившее, все ненужное в 2002 году. А в 2023 год мы возьмем и исполним все свои заветные мечты, все то, чем мы хотели бы гордиться. Люблю вас и желаю вам всего самого наилучшего. Ваша Эльвира Емельянчикова из солнечной станицы Убинской, где, несмотря на то, что уже 31 декабря у нас светит солнце, я обожаю свою родину и свой юг России за то, что мы можем встречать Новый год в летних платьях. До новых встреч!